Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на втором мастер-классе по игре на барабане. Сегодня я вам расскажу о том, как играются базовые ритмы по игре на этом замечательном инструменте. Также мы сможем с вами в дальнейшем разобрать какие-то небольшие наполнения. Один из первых ритмов, который я хотел бы вам показать, называется мальфуф. Звучит базовый ритм следующим образом. Хочу вам также еще раз напомнить, как и в прошлой передаче, что у нас ритмы играются таким образом, что удар посередине правой рукой называется думом, удар сверху безымянным либо указательным пальчиком называется теком, и удар левой рукой либо указательным, либо безымянным пальцем называется ка. Давайте попробуем проговорить данный ритм. Дум, тек, тек, дум, тек, тек, дум, тек, тек, дум. Можно попробовать его немножко заполнить. Следующий ритм, который я хотел бы вам показать, называется баллади. Звучит таким образом. Более наполненный кусок баллади я вам показывал в прошлый раз. Еще один из достаточно известных и распространенных ритмов называется аюб. Также есть очень известный восточный ритм, называется карачи. Еще один из распространенных восточных ритмов – максум. Рекомендую изначально заполнить данные ритмы, они служат своего рода основой, можно так сказать, служат костяком. На них в дальнейшем уже нанизывается какая-то импровизация, то есть данный ритм можно заполнить какими-то наполнениями. Некоторые наполнения я вам прямо сейчас продемонстрирую. Если вы попробуете прижать к мембране ладонь, либо палец, и при этом нанести сверху удар левой рукой, то при этом вы услышите, что звучание на барабане изменится. Причем, если обратите внимание, в зависимости от того, где мы ставим либо палец, либо ладонь, звук у нас при этом изменяется. Это мы можем использовать в дальнейшем как наполнение к ритмам. Можем попробовать сыграть тот же ритм баллади с небольшим наполнением.
такого рода удары, глухие теки, мы можем вставлять абсолютно в любой ритм. Рекомендую попробовать использовать их абсолютно в любом ритме. Попробовать как более наполненные кусочки, так и в более базовых ритмах поставлять на глухие удары. Также хотел вам показать удар, который называется слэпом. Достаточно специфический удар, который можно наносить, на мой взгляд, двумя способами. Изначально рекомендую его все-таки пробовать наносить от плеча. То есть у нас своего рода идет импульс, такой волна. Удар достаточно звонкий. Если он у вас начнет получаться, вы наверняка услышите. Есть также второй способ нанесения слэпа, то есть он бьется в большей степени от локтя. Удар идет именно отсюда, с этой части. На что также хочу ваше внимание обратить. В отличие от удара, который называется дум, бьется, как правило, расслабленной ладошкой посередине, слэп мы наносим чуть-чуть согнутой ладошкой. Удар приходится в большей степени на верхнюю поверхность руки, то есть на вот эту часть пальцев. При этом, в отличие от дума, если у нас ладошка отскакивает, во время слэпа ладонь у нас остается на месте. На долю секунды мы буквально ее фиксируем на барабане. Слэпом также мы можем абсолютно любой ритм наполнять. Давайте попробую что-нибудь для вас сыграть со слэпом. Достаточно часто мы верхние удары, которые называются теками, заменяем на слэпы. Давайте попробуем что-нибудь сыграть с вами из распространенных ритмов. Например, такой ритм мальфуф со слэпами. Хотел вам также еще продемонстрировать несколько ударов, которые можно использовать при игре на кожаных барабанах. Возможно, если к вам будет попадаться вот такой замечательный инструмент, который называется дахола, либо на джембе. Есть несколько ударов, которые звучат таким вот образом. Когда мы прикладываем поверхности, то бишь кожи, пальчики и наносим сверху по ним удар, получается такой достаточно глухой, интересный звук. Также, если вы используете для игры на барабане именно кожаные барабаны, то есть можно попробовать на них делать такой достаточно интересный звук. Поверхность кожи у нас имеет, как правило, не гладкую поверхность, в отличие от пластика, а слегка шероховатую. За счет этого вы можете использовать такой достаточно интересный звук. Сейчас попробую вам продемонстрировать один из ритмов, турецкий ритм. И использовать в нем как раз несколько вот такого рода движений. Спасибо вам огромное за внимание. С вами был Филипенко Илья из школы перкуссии Этнодрамс. До новых встреч!